Вот, все, играем. Что? Я стреляю, все, кстати, на, блядь. Не стреляй. Пизда. Я промазал. Вообще, вот обычно Дрейк всегда ставит все, знаете, вот в каком классе ты учился, Дрейк? В смысле, в каком, блядь? Ну, в смысле, буква. А. Ты ВА учился? Да. Ты умный, типа? В смысле? Ну, типа, умные только ВА учатся. Ну, раз ты умный, значит, наверное, в девятом сдал первый экзамен, значит, А9. Умный. Вот сюда, блядь. Так, я буду... Седьмой А! Так, работаем. Ахаха. Что, восьмой А? Блять. Ой, реально восьмой А, ребят. А может, ну, ты девятый Б? Не-не, брат. А ты в каком был? Я был во всех классах. А вообще нет, я в А-классах был. Ладно, сейчас посмотрим. Вебкой корабли закрой? Зачем? Ну, чтобы вообще не было видно. Я не стрим-снайплю, если честно. Я тоже не стрим-снайплю. Я бы уже... А смысл? Попал бы. Да, если что, я не стрим-снайплю. Опа! Ебать, однопалубный или что это? Это однопалубный, да, дальше не стреляй. Блять. Ну, бывает. Нет! Так, лево-право. Право. Лево надо было. Блять, у тебя вверх. Хотя мне почему-то кажется, что ты поставил его... Да, был все-таки горизонтальный. Найс! 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 Блять! Ну это самый большой, так как попасть. Ой, трехпалубный, кстати. Обидно, что я времени немного приехал на это. Так. Так. Право. Да блять, ты что за хуйня? Опа! Не стреляй. Вниз. О, идеально. Так. Мне, кстати, кажется, где-то вот здесь один. О! Охуел! Ебать! Сука, блядь! Я реально не стримстайплю, в этом прикол. Так. Так. Ничего, все, я сейчас камбэчу. Нет однопалубного? А, нет. Я думал, кстати, поставил. Нормально. Ту-ту-ту-ту-ту. Вообще-то, может быть... Надо, короче, через одну попытаться. Ладно. Блин, не рожали, не попаду нигде. Что за хуйня? Где ты их спрятал? А где ты спрятал? Чё, рофлс? Где ты спрятал? Они чё, чё, опа! Справа, что ли? Блять. Они чё, у тебя справа все? О! А, ладно. Нормально. Ну, я думаю, ты вряд ли. А ты включи Собчат, ставил? Ему подсказывают. Да, по... А ты автоматически ставил? Что? А, подсказывают? Ты даже не смотрел, кстати. К слову. Чё ты бы... Рубить этот тоже Собчат, я про это не знал, но сейчас я увидел, поэтому я нажму, но я тебе тоже подскажу, короче, у меня D7. А, это же моё, блядь, долбоёбы! А, это и твоё! Блядь! Разменяемся, разменяйся в СМД тоже. Я не могу стрельнуть! Сейчас можешь. Ну вообще, я сначала думал, что это, короче, опа! Опа! Найс. Так. Так, что у тебя осталось? А, кстати, ты карту хорошо закрыл у меня. Мне кажется, ты победитель. У тебя осталось 2 двухпалубных и 3 однопалубных. Ага. А у тебя? Так, значит, стреляю так. Угу. Нихуя. А, это трех? Блять, я очень... Ну ты по кораблям, ты по кораблям лучше, чем я сейчас. Ты больше, чем я закрыл. У тебя пространство осталось меньше. Не, нихуя, это так кажется. Думаешь? Да. Мне кажется, где-то ты... Подожди, а как посмотреть, сколько у тебя осталось? Вон справа. Справа синенькие — это твои, да? Да. То есть у тебя остались двойные и один по одной. Блять, это пиздец. Ну, самое сложное осталось. Надо получается, сейчас будет просто стреляться вот так как-то. Сука. Я буду ебашить просто по одной, мне... Опа, хорошо. Найс. Блять. Ты охуел? Ты охуел? Что это, блять? А как это, блять? Я гений. Не, подожди, а как это? Ты два подряд однопалубных. Я просто рандомно нажимал. Пизда. Самое забавное, что я реально не подсматриваю, нихера мне прет. Пизда. Отыграться. Давай, брат. БО3.
Давай. Потом в дураке. Давай. А, ты нажал играть? Нет. А ты выставляешь? Да. Я просто даже не вставляю, я рандомно нажимаю. А, я вот рандомно тоже нажму. Все, поехали. Так, давай, твое любимое число. 1. Так, какая твоя любимая буква? Да не буду закрывать вебкой, зачем? Так, если 1, значит 10. Опа. Опа. Нашел. Блять. Ну вот и подперло кое-как. Нормально. Блять. Опа. Угу. Ладно. Так, один нашел. Опа. Блять. Работаем. Опа. Работаем. Работаем. Это четверной? Да. Блять, сука. Интересно, а здесь мог поставить в один? А нет, вряд ли. Так, шо у тебя? Три трехпалубные. Опа. Нормас. Нашел. Вообще, морской бой, так подумайте, это вообще такая рандомная. Да, игра. Это супер рандом. Опа. Нормально. Потому что правильной тактики вообще нет. Блять. 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 Так. У тебя остались тройные. Тройной, кстати, может быть... Это двойной. Это тройной. Так, двойной. Походу. Так, у тебя тройные. Ну да, у меня легче попасть. Опа. Блять, сука, у тебя осталось полкарты. Походу, ты выиграл, потому что ты их так оставил клево. Да это рандом, это не я. Ну, у тебя прям очень хорошо. У тебя осталось три корабля, и у меня полкарты открыто. Ты, походу, выиграл. Ну не факт. Опа. Двойной или тройной? На всякий случай устаю. Так, хорошо. У тебя еще один тройной? Ну да, ты походу выиграл. Так. Ну это было ожидаемо, что вряд ли. Сюда? Ебать! Хорошо. Так, а где у тебя тройной? А, вот он. Ну ты его настрелял, да-да. Ну все, ты выиграл, короче. Сейчас мы играем просто до момента, пока ты на... Блять, подожди, ты еще можешь камбэкнуть вообще легко. На самом деле. У тебя остался тройной. Да мне просто осталось попасть, но... Я могу так нарандомить, что я... Все, я понял, где один у тебя. Хуй попаду, так, а теперь... Все, мы теперь в равных условиях, блять. Ну как в равных? У тебя осталось... Да ты сейчас тыкнешь рандомно и попадешь, блять. Чисто визуально у тебя здесь должно быть? Нет. А у тебя вот здесь, блять. Пожалуйста, нахуй! Блять. Мне кажется, ты выиграл. У тебя как будто визуально меньше... Один к четырем шанс. Есть! Так, все. У тебя, так, у тебя иконок меньше по выбору. Сейчас решающий давай делаем. Давай, давай. Я готов. Потом дурак. I'm ready. Так, все. Поехали. Охуел? Охуел? Что? Не так понял. Получилось, брат. Не понял! Нихуя себе. Опа. Нормально снайпнул. Нормально тоже снайпнул. Что? Ты охуел реально, блять? Я тебе клянусь, я не стрим-снайплю. Максим! Я клянусь тебе, я не стрим-снайплю, я мамой клянусь. Блядский рот. Дрек, я клянусь тебе. Я тоже не... Ну... Так, блядь. Видишь, ты тоже попадаешь. У нас, походу, по-уебанскому поставили. Ебать, у тебя стоят, блядь. Ну да. Пацаны, блядь. У тебя, походу, тоже по-уебански. У меня по-уебански стоят. Опа. Блядь. Уйди! Я даже, кстати, кажется, знаю, где у тебя еще один. А нет, не здесь. Вряд ли. Блять. 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 Где? Опа. Опа. Я вот сюда хочу. А, да, вот сюда хочу. Нормально.
Так, у тебя трехпалубные, двухпалубные и два однопалубных. Мне, кстати, по-хорошему надо вот по одной сейчас ебать. Ну, походу, ты это выиграл. Опа, трехпалубный. Да, как будто легкая для тебя сейчас. Да, да, очень хорошо. Ой, блядь. Ой! Все-таки правая. Уходи, опа. Ну, я одну уничтожу, у меня останется... Блядь, единичные остались, самые неприятные. Блядь. Опа. Ну, хотя бы уберу, блядь. Отлично. Остались, блядь, остались единичные, но я их в жизни их не найду. А что если единичные на самом деле в тех местах, куда... Ебать, все, остался двойной, блядь. Найс. Это ГГ. Это ГГ. Найс, блядь, это сюда, нахуй. Сюда. А где у тебя были оставшиеся? У меня был, получается, 5К5. Не вырубай, не вырубай, посмотри на стриме просто. Да, посмотри. Так, мой ход. Ты первый? А, у тебя... Понял, ходись. Я козырь, получается, самый высокий. На тебя, бля. Шестерочка. Ну вот, Рафлан Рафланами. Ну что-то карты у меня фул, параша. Опа, не понял, нахуй. Ну тебе придется крыть, походу, козырем, брат. Если не хочешь брать шестерочку. К сожалению, вариантов у тебя не шибко. А ты чё, мои карты смотришь? В смысле? Ты просто показал самый большой козырь, а у как? Тебя точно нет в убе. Догадаешься, почему, брат? Иди отсюда со своими этими, брат. А я могу? А я могу. А, ты переводной? Мы же договорились без переводного. А я не знаю, оно само создалось. Ты, блядь, читер, ну это же читерство просто. Ну, блядь, это же читерство. Мы же договорились, играем без переводного. Нормально. В смысле нормально? Оно не создало, ну оно, блядь, оно рандомно создалось. Перевел? Ты читерство? Блядь. Ты смухлевал, брат. Мне дали возможность. Ты смухлевал. Мне дали возможность, Макс. Ты смухлевал, блядь. Я бы не а, я хожу. Семерку. Пиздец, Дрейк. Это реально чит. Ну, Дрейк как обычно, короче, начинаешь читать. Какой чит, блять? Ну, Дрейк как обычно, ребята. Что, в принципе, стоило было ожидать от человека с самыми мягкими пяточками. Так. Ну, все с пяточками красивые, все злые крысы. На тебе, блядь. Рад. You rad. You rad. О, как. Так. Мне нечем крыть. Ну, и дальше что? Так, Дрейк, ты готов? Давай. На. Нормально. Хорошо, Дрейк. Если у меня рука, блядь. Шанс. Из-за этого перевода у меня просто вся игра пошла по пизде. У меня просто даже нет карт, чтобы крыть, чтобы вы понимали. У меня ни козырей, ничего. На туза. Я не могу переводить. Блять, я на... А ну само! Ты охуел, Дрейк, я просто... Ой! На, блять. Ладно, ладно. Еще вот это на. Спасибо. Пожалуйста. Ты мне вернул. Я вообще не Позы... хотел его кидать, блядь. А, я хотел. Ладно. На. Ладно. На. Ладно. На. 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 Заебал. На. 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 Сука! Дрейк! Ты ублюдок? Дрейк, ты теперь генерал. Пиздец, как это, блядь? Это при всем твоем мухлёже, Дрейк. Какой мухлёж? Это не мухлёж. Это мухлёж называется, Дрейк. Так, также до БО3. Давай, Дрейк. Твой ход. Мой? Давай. Ой, у меня ничего нет. Давай отправить в отбой. Почему написано отбой? В отбой? От... Рот отбой! Опа. На тебе. Ладно, отбой. Так, что бы тебе сейчас кинуть? Дрейк. Так. Кинь у тебя карту, есть козыри? Я тебе не скажу. Ну почему? Ты шо, мне не друг? О, ну давай короля мне сюда. Брат, иногда надо дать короля. Чтобы заполучить генерала. Опа, что за хуйня пошла, на? На. На! На! О как. Так, давай. Ты.
А, я хожусь. Вот Джимба. На. Неплохо, неплохо. На. Ой! Ой, неплохо. А я заберу, брат. Блять. Спасибо за козырь. Приятно. Я перепутал козыри, блять. Ну, бывает, брат, бывает. Ничего. Я скажу сразу тебе спасибо за такую путаницу. Мой ход. Ну, придется давать самую маленькую карту, наверное, свою, да? Ты шо? Охуели? Ну, это моя самая маленькая карта, брат, не бесусь. Ну и нахуй ты это сделал? Умом. Это умом. Заткнись. Это не тебе, кстати, донатер был. Ладно. Так. На тебя. На... А, так. Ладно, на так. На так. Ладно, на так. Неплохо, неплохо. Блять. Я идиот, ебаный. Ну почему оно мискликает, блять? Так, стоп. Сейчас очень сложная ситуация. Давай сделаем вот так. Теперь сделаем вот так. Так. Дрейк. Я слушаю. Какие у тебя карты? Я знаю, какие у тебя карты, блядь. У тебя сейчас козыри одни, нахуй. Ну, не одни. Просто я могу тебе их дать в очень неприятном для себя порядке. Поэтому надо начать с чего-то прям помягче. Ну, ты в любом случае первый отобьешь, поэтому... Думаю. Дрейк. Думаю. Ладно. Давай. Так. Смогу ли я интеллектом сейчас забрать? Ну-ка. Блин, походу у нас ничья будет. Ну кидай. Да, у нас скорее всего будет ничья. Давай. А, нет, это проиграл. А, ну ничья, да, все-таки. Ничья, да. Блять, сука. Ладно, новую игру нажми. Начать. Поехали. Что за хуйню мне раздали? Что у тебя за карта, блять? Мне накидывает картонки, блядь. Что за параша? Что за парашу мне раздали? Это просто шок. Так, ладно. Дрейк, ты готов? Пошла первая. Ладно. Пошла вторая. Блядь. Иди отсюда. Не переживай. У меня там целая коллекция. Ладно. Нормально. Отдыхай. На, короля. Ладно. Пошла новая коллекция, брат. Да ты ебан! Ну, мне говна раздали в самом начале, чего я поделаю? Сука, блять. Да, так меня тоже называют. О, хорошо. Так сделаем. Отбой. На восьмерочку, брат. На десяточку. На деви... А, это не надо вслух. Ты не знаешь, что у меня девятка. Ладно. А знаешь, что... Нихуя себе карта, блять. Вот зачем? А по рофлу, брат. Это рофлс. Ну ладно. Так. Вообще-то реально сейчас рофлс получился, потому что, походу, я игру проебал только что. Из-за мисклика. Так. А, мой ход, блядь. Чё я сижу? Дама. Ну, ты выиграл, если что. К слову. Ну да ладно. Я могу попытаться... вытащить. Не, я проебал. Давай, ты выиграл. Можешь расслабиться, у тебя все карты победные. Есть! Есть, блять! Найс, ну, новый очень, игрок. Мне, так. Мне очень плохо 1-1. Раздало. Мне прям очень плохо раздало. Прям пиздец. Опа. На всю игру не было ни одного крупного козыря. Ты тоже хуйню раздала. Так. Ну я могу так просто разменяться. Ну, блять. Надо каким-то образом мелочь выбрасывать. Мне хуй баную накидывает, блять. Да, мне нравится, что козырь меняется, и при этом козыри не идут вправо. Нужно за этим следить постоянно. О, так у тебя козыри там получают. А, у тебя козыри засейвил или что это было? Что-то я не понял ни хрена.
Я тоже не понял. Давай отбой, брат. Ты, кстати, зря сейчас много берешь. Прям очень зря. Нет, дружище, я потрачу. Ну, потрать. А вот это возьмешь? Не возьму. А может, возьмешь? Не возьму. А может, возьмешь? Блин! Соглашайся. Соглашайся, брат, нормальный вариант. Так. Ну это пиздец, а не игра, блядь. Что это? Что это за карты, блядь? Ебать, карты! Ну ты охуел там. Ну, не то, что сильно бы охуел, но так, да. Немного есть. Немного есть, брат. Ну пиздец, одни козыри сыпятся, блядь. Брат, ты готов? Сейчас будет прикол, пиздец. Ладно, не буду додушивать. Хотя... не, нет смысла додушивать. Ну, они вылетели, поэтому как будто похуй. Ну, это пиздец. Раз козырь, блядь. Это какой уже по счету? А, ты так сделал? Блядь, ты затупил. Я в конце затупил, походу. Давай, брат. Брат. Ты не проеб... У тебя черная или красная? Ничья, брат. Есть, блядь! Сука, я проебался в конце. Я, есть, блядь. Я когда, не решил тебя душить, я понял, что я подпроебался жестко. Да, да, тебе надо было. Так, принять вызов. Все. Чат не смотри только. Ну, можешь смотреть только подсказки. Так, ты белый, ты ходишь с первым, давай. Блядь, и что это нахуй такое, подожди, блядь? Нужно врубить классическую музыку, подожди. Классическая. А я включу музыка. Аристократическую. Ну что, месье? Давайте начнем партию нашу. Конечно. Блядь. Так вы будете ходиться за белым? Походил. М-м. Пешка... Интересный ход. Согласны? На А3. Что же вы задумали, месье Дрейк? Что же вы задумали? Я хожу вперед. Вы идете вперед. Ни шагу назад. Я, конечно, выпущу своего... своего коня. Но сначала попущу пешку. Ага, интересный ход. Очень, а конь у меня ход. Перебежчик. О, боже мой! Вы поймали меня. Ну, я это вижу, сэр. Вот так вот. Ха-ха. Вам. А что... Что вы это? Вы не сможете есть. Там все кушается буковкой Г. Какой Г, блядь? Г. Говно. Ладно, я тогда делаю... Вперед. Армия, вперед. Я отправляю коня. Вперед. Это кто? Это ферзь? Это ивановская защита. Ладно. Санкт-Петербург. Защита Санкт-Петербург. Вперед. Так. Очень неплохой ход. Я вижу, вы показываете действительно потрясающий уровень. У вас Мюнхенский Фадербах. Поехали. Я покажу, ребят, вам вперед. Лондонский беляш. Вы готовы? Так, ладно. О боже, вы отправили в атаку... Что это? Как это? Королева. А это ярославская атака. Ебаться, псковский провансаль. Это бельгийский китчунес. Еб... Играйте. Отлично. Я отправил в атаку. Что это ебать за 911 башня, блять? Налево. О, я отправляю в атаку своего. Ты что вы двигаете? Хуй. Отлично. Сейчас вы увидите псковский бинокль. О, я могу вот так, на тебе! Блять. Хорошая игра, месье Дрейк. Спасибо. Вы очень неплохо ебанули. Так. Коня смел нахуй.
на парашу. Сейчас будет атака, вы готовы? На тебе! Вы очень быстро умом? Сыграли, месье Дрейк. Умом. Ёпты. А это нежданная королева. Вполне себе жда... Походу, реально нежданная. Дорогие ну что, вы готовы к моему следующему ходу, сэр? Давайте. Здравствуйте, миледи. Я королеву немножко назад опущу. Попущу. Это вы зачем делаете? А у меня будет секретный ход, месье Дрейк. Я отлично, готов, я делаю вот так. Ого, а вы все-таки прочитали мою атаку, месье? Конечно. Вы очень неплох. Но ожидали ли вы вот это? Ого. Не совсем. Ого. Так, я могу, ну, подвинуть башню. Ну, видите, вот русские так могут. Отлично. Вперед. Вперед. Вы после этого еще нажмите на фигурку. Вперед. Ого. Что очень, это за музыка? Неплохая игра. Мне надо плейлист. Вот, отлично. Так. Я вот думаю, как мне сходиться, сэр. Ля Кампанелла. Отлично. Сделаем вот так. Вы зачем отравили ряд пешек? Вы думаете, что это... Они идут вперед! Вам пизда. Вы думаете, что это линия соприкосновения? Не надо видеть двигать границы, месье Дрейк. Натя! Нахуй, получай. Очень... Это был очень сильный ход. Но я могу сделать вот так. Вы не можете так сделать. Я могу... Я могу. И я это сделал. А что я могу сделать? Я могу сделать вот так. А я могу сделать вот так. Советую убирать коня, месье Дрейк. Вы не решили? Ну, я заберу его. Вы умеете играть? Нет, я не умею играть, месье Дрейк. Вы уебок? Нет, я не уебок. Я шахматист. У меня 200 эла. Пиздец. У меня коня просто реально спиздили на эвакуаторе, блядь. Это стинтовский подгон. Сделайте ход. А. Вы забрали у меня фигуру. Я заберу вашу мать. А у нас, в смысле? Что? Блин, ебал эту шашку! Что это? Сюда. Вы очень неплохо сыграли. Очень неплохо. Позвольте теперь забрать ваши фигуры остальные. Только, ну не сейчас. Сначала я отправлю... куда я отправить-то, кстати? А, вот так побегу просто вперед. Что мне делать? Я не могу кушать. Вот так. А что башня? Башня есть. Башня не может. Я не могу башня, блять. Ну, я вижу у вас две вперед. Башни. Нужно одну потерять, я считаю. Ваш ход. Вы ошеломлены моей стратегией и замолкли просто. Ну, да я просто шока. Немножко в охуе, что ты мне оставил эту фигуру. Какую эту? Ну ладно, я заберу ее. Ясно. А, даже так? Ладно. Что у меня? Кто у меня съебался, блять? Они бегут с поля боя, сэр Дрейк. Ужас, блять. Ужас? Я тоже так говорю, ужас. Сэр Дрейк. Что это, блядь, корона полетела? Коронавирус ебаный. Это ход королевы. Пизд. Сэр, вам стинтовый шаг. У вас нет башни. Да что происходит, блядь? Я забрал ваши башни. Сэр Дрейк, я забрал ваши башни. У меня 4-3-3, как в футболе расстановка. Я понимаю, сэр Дрейк. Так. Да, блин, почему назад нахуй не идет? Бля, не хочу терять фигуру. Да похуй. Просто отведу назад, что мне делать. Хотя подожди, я же. А есть вариант, что я закончу с эту игру? А, так я игру закончил. Да тебе в рот сейчас кончу. На! Я выиграл. На. Сюда. О! Что это? Это шах. Х!
Ха-ха-ха-ха. Вы просто, вы пиздаты, сэр. Конечно, я это понимаю. Я очень рад. А как ходит вот этот придурочный, блин? Это уже не важно, сэр Дрейк. Я сбегаю. Бежать некуда. Есть. Повсюду одни черные. Что это за пум? Пилик. Это вы проиграли, у вас пад. Какой пад, блядь? Айпад, нахуй? В смысле ничья, блядь? Ничья? Ничья? А где написано ничья? Схуй ничья, блядь? Что такое пад? Вы нищий. Блядь, я думал, у нас бесконечное количество ходов. Максим, вы отсосали. Признайте. Как же я аристократично сейчас сыграл умом. Так подожди, я выиграл или нет? Пад это. Положение партии в шахматах и других играх шахматного типа, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все ее фигуры и пешки, находящиеся на доске, лишены возможности сделать ход по правилам.